Сара, привет! Смотри, какой я тебе гостинец привезла из поездки. Что это, мамочка? Это шоколадные сырки, Сара. Они очень вкусные. Но я же просила тебя привезти мороженое. Сара, из путешествия невозможно привезти мороженое, потому что оно быстро тает. Поэтому я привезла сырки. Но я же не люблю сырки. Я люблю мороженое. Слушай, Сара, а у меня есть идея. Давай из этих сырков сделаем настоящее мороженое. Давай! Для того, чтобы сделать мороженое, нам понадобятся сами сырки. Вот такие деревянные палочки. И присыпка. У меня была вот такая, в виде золотых шариков. И вот такая, в виде розовых сердечек. Теперь аккуратно откроем наши сырки, Сара. И воткнем в каждый сырок деревянную палочку. Очень аккуратно, прямо посерединке. Вот так. Вот что у нас получилось. А теперь что надо делать? А теперь будем макать наши сырки вот в эту присыпку. Вот так. Или просто своими маленькими ручками приклеиваем сердечки на сырок. Один сырок почти готов, Сара. Осталось украсить его несколькими золотыми шариками. Вот какая красота у нас получилась. Такой сырок я и сейчас готова скушать. И вот что у нас получилось, друзья. Посмотрите, какие красивые будут у нас мороженки. Вот как они выглядят вблизи. Все сердечки у нас закончились, и нам даже немножко не хватило. А вот золотые шарики у нас остались. А что теперь, мамочка? Ну а теперь, Сара, сырки отправятся в морозилку минут на 30-40. Скорей бы они превратились в мороженое! Прошло 30 минут. Ну что, Сара, все готово? Мороженое замерзло. Дай быстрее попробовать. Конечно. Ну-ка, давай кусай. Очень вкусно! Очень-очень! Еще кусай! Мороженое как настоящее! Ну что, друзья, мы будем продолжать с Сарой доедать наше мороженое. На этом мы прощаемся с вами и всем пока-пока! Пока! До встречи в следующем видео!